В украинских школах в минувшую субботу прозвенел последний звонок. Для 11-классников это прощание со школой и шаг во взрослую жизнь. Как прошел этот день у запорожских выпускников, в репортажах наших корреспондентов. Мы со школьного двора, как со стартовой площадки, улетаем в жизнь. Стартовой площадкой для этих выпускников стал 99-й лицей Хортицкого района Запорожья. Закончились контрольные работы, звонки на перемену, домашние задания и уроки. А впереди выпускников ждет новая, взрослая жизнь. На торжественной линейке эмоции переполняют не только школьников, но и их учителей. Все внутри сжалось, как-то странно такое ощущение, но неприятное. Зачем больше всего будете скучать? Ой, за своими одноклассниками. Столько времени преодолено для того, чтобы достичь этого результата, и столько же сил вложено, что это праздник. Но в то же время очень жаль, потому что все-таки последний день школьный, впереди экзамены, и мы будем надеяться, что мы их хорошо сдадим. Конечно, очень грустно расставаться со школой, все-таки никто не будет с тобой так вести себя, за тобой так бегать, упрашивать тебя, чтобы ты что-то сдал. Впереди новая жизнь, взрослая жизнь, и я надеюсь, что все будет хорошо. У меня это первый выпуск. Конечно, и волнительный, и грустный, и счастливый. Эмоции столько, что передать невозможно все. Традиционно на празднике в лицее встречают почетных гостей. Все недавние друзья учебного заведения. Будут представители нашего легендарного предприятия «Запорожстали». Накануне последнего звонка они же сделали школе замечательный подарок, такой нужный, такой важный. И мы хотели бы их сегодня поблагодарить. Комбинат всегда занимал активную позицию в воспитательном процессе, в учебном процессе. Так, на недавней встрече с директорами школы генеральный директор Шурма Ростислав Игоревич подарил каждой школе по проектору и мультимедийному комплексу для того, чтобы улучшить учебный процесс. За сегодняшними выпускниками на торжественной линейке с любопытством наблюдают малыши. Им только предстоит ступить на порог непростой, но такой интересной школьной жизни. Эй, посмотрите, мальчиши! Я краше не видел лиц! Какие умные глаза у наших выпускниц! Благовоспитанность вполне! Приятно с вами пообщаться! С любой из вас, поверьте мне! Не отказался бы я встречаться. Воспоминания о последнем звонке остаются на всю жизнь. Это волнительный и немного грустный день. Сегодня начинается отчет нового времени, а впереди ответственная пора, когда предстоит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. Выпускникам есть на кого равняться. За школьные годы, говорит почетный гость праздника, народный депутат Украины Евгений Карташов, выпускники приобрели бесценный капитал – знания. И школьное образование станет главным пропуском в новую, насыщенную событиями жизнь. Звонок этот, который извещает о том, что ты переступил в новый этап своей жизни, стоит очень многого, конечно. Я хочу всем им пожелать здоровья, счастья и, конечно, осуществления своей мечты. Главное сегодня определить ее и достигать ее собственным трудом, с помощью других, семьи, окружения. В целом, я думаю, что все то, что мы им пожелали, обязательно сбудется в нашем замечательном городе Запорожье.